Ходили с третьего раза, нашли. В этой точке, да? Да, и даже кусок срубы вымыли, и рядом там установили. Да, нашли это место, восстановили, молили. Это где, вот там все родители. Да, тут, где я родился, это место, и люди с России, со всей, да, со всей округи приезжают, чтобы воды набрать, и окунуться. И детишек туда привозят. Это вот сюда. Значит, целебная вода? Нет, вода очень целебная. Деревня чуть выше, где я родился. Это вот домик восстановленный, да, дом, где я малышок родился, матери уже. Это верби 100 с лишним лет тоже. Ломала, крошила ее, ну вот и все держится. А это одна из школ, когда школы были на берегу Днепра, да, да, прямо под Смоленском. Вот самая очень лучшая. Ну, это одна из школ. Ага. В этом под Смоленском, а где это? Да, это в районе Орши. Ага. Я в Орше родился, в принципе, матерью. То есть вы уже, наверное, из Смоленина? Да, я в русскую школу, у нас русская там школа, сохранили вот это здание. Замечательно. Чтобы вы понимали, что Беларусь ничем от России природы не отличается. Нет, вот. Нет. Не скажешь, что... Смоленщина, да, с, да, да, с которой я связан. Ваше святое. Да, 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 по жизни связан очень. Вот когда меня перед избранием уже патриархом, когда меня избрали, встретились с Владимиром Владимировичем, вот он говорит, а вот вы там что-то по биографии в Смоленске были? Хм. Да, был. А сколько вы там были? Я говорю, 25 лет. У нас, говорит, обычно для нашей карьеры посылают в провинцию год-два или там, да, или рабочим на заводе, а 25 лет – это не для карьеры. Хорошо. Да. Рад видеть вас в таком бодром здравии. Спасибо, не Александр просто Григорьевич. В здравии, а в бодром. Спасибо. Настроение хорошее. Спасибо. Ну, наше телевидение двое суток практически не переставая, мы целый канал отдали для... гуманитарный. И канал. Очень-очень много заимствовало российское телевидение. Да-да-да, я видел. Да, да, и да. Не только российское, поэтому я хорошо погружен в эти все мероприятия, ну, готовили же заранее. Очень приятно было видеть шествие, очень много людей пришло. Потом из России, с Воронежа приезжали для того, чтобы пройтись там по улице и... отпраздновать. Да, очень торжественно и духоподъемно. Да. Ну, для нас это очень важно. Оттуда началось наше православие. Да. И наш патриархат московский поддержал эту дату. Принималось, по-моему, на синоде решение. Да, мы проводили в силу значимости на синоде. Да, да, да. Поэтому я благодарен вам, что вы в этот день в Беларуси. Думаю, что найдете вы время еще раз к нам приехать, особенно в 900-летие у нашего монастыря. Да, в 25-м году. В 25-м году. 900-летие – это большая дата. Да, я вас с удовольствием. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо. В Беларуси. Да и в любое время. Я часто говорю, что это ваша земля со времен вашего служения церкви в Смоленске. Да. Когда вы в Калининград через Беларусь прилетали. Да. Я помню. Приезжал на машине. Да, очень часто. Да. Я помню все ваши высказывания того времени. Да. Вы очень любили Беларусь. Совершенно верно. Я помню нашу первую встречу в горах, когда мы были. Ну как наш же. Наш тогдашний разговор. Да. В Сочи. Да, до сих пор актуальный. Да. В общем, непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю, не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак.
знак такого единения, сплоченности перед этими злыми силами, как наш владыка говорит, перед силами злыми. Но, поверьте, правда на нашей стороне, она всегда сильнее, и мы выдержим любые давления на нас, какие бы они ни были, пусть в форме мятежа, или же в форме гибридных каких-то войн, или даже горячих, мы выдержим. Потому что... Опыт есть, выдерживать. Да, но и без нас же не может быть. Мы цивилизация. Не может быть планеты без нашей цивилизации. Да, а на протяжении всей истории были... Смотрит же на нас, наверное. Смотрит. Да, где-то так пожурит, но и поддерживает, помогает. Несомненно. Поэтому спасибо вам за этот добрый знак. Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома. Дома, дома. На своей земле. Спасибо, Александр Григорьевич. Я чувствую всегда себя в Беларуси действительно среди своих людей. Вот обычно, когда идешь к какому-то главе государства, ну, разные мысли в голове, как, что. А вот здесь с легким сердцем. Потому что знаешь, что идешь к человеку близкому, который принял на себя огромную ответственность за безопасность, за сохранение своего народа, за сохранение самобытности своего народа. Что в условиях глобализации, направленной на то, чтобы всякая самобытность исчезала, и все подверствовались на планете Земля под одни и те же стандарты, вот такая борьба за самобытность является борьбой за выживание нации. Может быть, не в физическом смысле, а вот в духовном и в культурном смысле это выживание. Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку. И когда люди будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, где-то в каких-то центрах, и под эти стандарты будет то, что называется, ну, подделываться, что ли, и политика, и культура, и жизнь людей. Поэтому сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет, настоящий суверенитет. Это свобода людей. И вот... Рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. И дай Бог, чтобы было так.